Здравствуйте! С вами Ирина Панина. Всю свою сознательную жизнь проработала в детском саду логопедом. И сейчас с выходом на пенсию увлеклась процессом создания видео. Также создала свой канал на YouTube, который как-то надо уметь развивать. Поэтому я пошла на тренинг Маргариты Минковой и Светланы Молодежниковой, администратор канала YouTube, чтобы овладеть информацией администрирования канала как одним из видов заработка в интернете. И хочу дать отзыв на этот тренинг. Как добавлять видео на канал, я знала. Прошла не одну видеошколу, знала уже несколько видеопрограмм и умела в них работать. Но знать и уметь создавать видео, этого оказалось мало. Нужно владеть информацией по его раскрутке. Какой смысл от видео, если оно просто находится на канале и его никто не смотрит? Как книга на полке пылится? Как правильно дать название каналу и сделать описание его? Правильно оформить свой канал, чтобы его посетители задерживались на нем? Создать плейлисты, описание, выработать стратегию, тактику, график выпуска новых видео? Как часто это следует делать? Об этом я раньше как-то и не задумывалась даже. Ведь здесь я работаю на себя, и только. Это мой канал, и начальников тут нет. А стало быть, когда хочу, что хочу, тогда и делаю. Но оказывается, что на своем канале можно зарабатывать, а для этого нужно привлечь зрителя на свой канал и сделать так, чтобы он подольше задержался на нем. А как? Как привлечь его? Тут есть маленькие хитрости, о которых не все знают и применяют, а зря. Создание аннотаций, подсказок, закрывающих окон и так далее. Как связать канал с сайтом или блогом и многое другое, о чем вы можете узнать на тренинге, если пойдете на него. Одним словом, вы узнаете тайны успешного канала, а также как привлечь подписчиков на свой канал и постоянно увеличивать их число. Для этого мало создавать красивые видео, надо правильно его загрузить на канал, надо еще продвинуть свое видео, то есть позиционировать, чтобы вывести его в топ-10. Продвижение через соцсети, группа поддержки для продвижения видео, знакомство с новыми людьми. Оказывается, и это возможно. Ух, сколько всего! Если у вас есть такой же пробел в знаниях, что был и у меня, то рекомендую пройти обучение на тренинге администратор канала YouTube. Благодарю за полезную информацию Маргариту и Светлану. Уже применяю полученные знания на практике, и результаты мне нравятся. Спасибо вам большое! Удачи и творческих успехов! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь им со своими друзьями. Им это может быть интересно. С вами была Ирина Панина.